Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С такой небольшой шутки мы начали наше сегодняшнее мероприятие. И еще раз скажу, что я рад вас приветствовать в пространстве международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». Ну и мне очень приятно представить вам, ну, наверное, не надо этого человека уже представлять, последние 4 года с нами художественный руководитель конкурса Владимир Бухиник. Спасибо. И генеральный директор конкурса «Адмиралтейская игла» Андрей Гусев. В этом году у нашего конкурса «Игла» новое лицо, и я очень-очень рад этому. Сегодня вечером с большим удовольствием мы показываем вам две коллекции, которые представляют совместный проект между Мюнхеном и Санкт-Петербургом, который длится уже 4 года. Коллекция называется «Грейс Тракадеро» и навеяна шиком Парижа 1951 года и посвящена Пьеру Бальману. И можно сказать, что как девиз этой коллекции, что модная стратегия в поиске ретроспективного образа, но с приложением уже с учетом моды сезона весна-лето 2007-2008 года. Я считаю, что в этом году организаторы конкурса «Адмиралтейская игла» потрудились серьезно. Очень правильно, очень грамотно сделан зал для показов коллекции. Красивый подиум, красивый свет. Я считаю, что это только начало. То ли еще будет. Когда был сам студентом, очень часто участвовал во всевозможных конкурсах. И хочу сказать, что вот связи в мире моды у меня именно появились тогда. Потому что все равно есть интерес к нашему конкурсу. Непосредственно сюда приходят самые известные критики моды в Петербурге, замечательные преподаватели, люди, которые занимаются производством одежды. Мы даже вот конкретно что может дать? Ну, я считаю, что любой конкурс это такое соитие, я бы сказал, у всех участников, не в том смысле слова. Я имею в виду, что возможность себя показать и на других посмотреть. Я считаю, что это нормальный такой творческий обмен.
пришел сюда специально, чтобы найти каких-то своих будущих коллег или людей, с которыми я смогу посотрудничать. И да, мне кажется, конкурсы, они для этого существуют, для того, чтобы одни профессионалы встречались, находили, отбирали других. После конкурса каким-то образом с ними встретиться и поговорить по поводу возможного сотрудничества.